вообще 27-го указом главы республики, День молодежи, но так как это понедельник, мы спланировали на 25-е проведение всех основных мероприятий, посвященных Дню молодежи. Из ближайших у нас завтрашним днем, День социального работника, будет проходить мероприятие в Доме творчества. Также 15 числа у нас День медика. Будем поздравлять медиков. Ну, собственно говоря, все в плановом режиме, все в силе. Сегодняшним днем напоминаю всем, у нас массовое мероприятие и концертная программа. Вот, ну а так все в плановом режиме. Состояние дел и проблемных вопросов, которые требуют координации со стороны руководства администрации. Значит, центрально-городской администрации Алексей Александрович Максимов. На сегодняшний день проведена следующая работа. Проведено заседание районной аналитической комиссии, районной комиссии по гуманитарной помощи, наблюдательной комиссии. За май проведены такие комиссии, три энергокомиссии, три комиссии по гуманитарной помощи, одна наблюдательная комиссия. За прошедшую неделю выдано 128 пакетов гуманитарной помощи. За май выдано таких пакетов 1811. В мае организован доход 28 тонн гуманитарной помощи на 2 пункта выдачи. Выполнены все мероприятия, возложенные на министра, связанные с празднованием майских праздников. Организовано вручение подарков на дому участникам боевых действий 9 мая. За неделю зарегистрировано 15 обращений, за месяц 117. За месяц выдано 300 справок, за прошедшую неделю 112. Опубликована информация на сайте города о работе администрации района 34. Проводим работу ежедневно по выпуску карантинных трав. Контролируем работы по подготовке к зиме. Значит, подготовлено только по благоустройству 14 информаций на сайте городского совета. Продолжается работа по обследованию совместно с УКСом и ПТИ домов, разрушенных в результате артобстрела. За май обследовано 14 адресов. Небольшое количество обусловлено тем, что в мае фактически поставили без бензина, поэтому не было возможности вывозить комиссию. Сейчас этот вопрос решен. Мы с Международным комитетом Красного Креста решали вопрос по поводу выдачи гуманитарной помощи в Зайцево и восстановления линии электропередач. Переговоры зашли у нас в стадию того, что перенеслась выдача гуманитарной помощи с 1-2 июня на 14-15. На вчерашнем днем поступила информация, что теперь у нас будет 15-16 выдача гуманитарной помощи. Мы хотели соединить одновременно, потому что шли переговоры по прекращению огня, но на данный, ну, чтобы одновременно сделать и то, и другое. Но на данный момент выясняется, что гуманитарную помощь мы выдать сможем, но одновременно с этим линию электропередач восстановить не сможем. По каким-то неизвестным нам причинам, судя по всему, не получается договориться о режиме прекращения огня и там, на двух площадках. В связи с этим будет отдельно решен вопрос, и гуманитарная помощь будет выдана отдельно, а линия электропередач будет восстанавливаться какие-то еще пока неизвестные для нас дни, но, скорее всего, позже, чем будет выдача гуманитарной помощи. Значит, есть разрушения, при этом попадания в жилые дома, есть некоторые разрушения, которые, ну, в огороды и просто пострадали окна, там мелкие разрушения.